Ну а прямо сейчас мы стали свидетелями нового творения Покраса Лампаса. Вот сейчас первая жена Киркорова, еще до Пугачевой, да? Да. Здравствуйте. Стойте, я говорю. Не бывает такого, чтобы там подходит и говорит, что ли, ну, иди куда? Привет, это самая народная программа Ютуба «Базаниш», и я человек, у которого нет никаких проблем с самолюбием, Иван Базанов. И мои многочисленные фанаты, разумеется. Тема такая, берем новости за неделю и базаним с людьми по этому поводу. Поехали. Робот Федор со второй попытки все-таки пристыковался к МКС. Событие, за которым следила целая страна. Я имею в виду Монголию, потому что если бы Федор не пристыковался, то грохнулся бы прямо на нее. Роскосмос уже прокомментировал, чем займется Федор, когда вернется на Землю. Он будет вести уроки пикапа для малолеток, которые будут называться «Первая стыковка – не повод для суицида». Чтобы выяснить, есть ли будущее у российской космонавтики, мы отправились в детский подготовительный центр по подготовке космонавтов и мерчендайзеров. Я так понимаю, вы контролируете подготовку космонавтов к полету? Всякой подготовки. Их же много, да, в принципе? Один-два погибнут. Ну да, у нас запасной есть. Он уже менеджером станет просто, да? Инфо-цыганом, знаете, сейчас таких много. Такие, которые любят много поболтать, потом вырастают в инфо-цыган. С микрофонами ходят, да, пристают к людям. Нет, эти вообще отличные люди. Можно помолчать? Вообще-то мы тут общаемся. Я могу вас отличным человеком назвать. У меня нет детей. У вас двое, да? Да. Мы уже завидуем. Это же ужас, да? Постоянно тут орёт. Знаете, вас обниму. Так космонавтами и становятся. Прикиньте, они же туда на год улетают. Валят. Ни жены, ни детей. Просто идеальный расклад. Так что, Виктор, вы подумайте. Здравствуйте. А вы прячетесь, да? Нет, вот ваша супруга, да, я так понимаю? Вы не мечтали в детстве стать космонавтом? Нет, космонавтом нет. Агрономом. Стали? Конечно. Это же тоже смежные профессии. Помните, когда-то ведь пели в советских песнях, что яблоки зацветут на Марсе? Да, такая песня была. Помните песня? Строчки, нет? Что-то мечтают космонавты и мечтатели, что на Марсе будут яблони цвести. Ну, мы здесь подложим, здесь вот сейчас появится оригинал, и вам станет стыдно. Вам не кажется, что даже если роботы захватят человечество, то вот России это не коснется? Ну, тут как бы вопрос такой сложный однозначно сказать. Россия же все равно, скажем так, мировую систему, везде все зависимость. Сегодня нельзя закрыться от чего-то, и что мы вот ничего не касаемся. Нет, вашей жене можно. Вот она взяла, закрылась. Ладно, спасибо вам большое. Успехов. Ну, а вам, чтобы сняли уголовный розыск с вас. Где он? Вон тот! Ёлки-палки. Так она же там аж прогибается. А ему сколько? 18, нет? Не боитесь потерять? Их так много здесь. И все такие похожие. У нее встроенный GPS. Мы как раз про роботов разговариваем. Вы слышали, робота Федора запустили в космос? Не ваш? Это какой по счету? По-моему, первый. Он, правда, состыковался со второго раза там. Ну, такой, знаете, бывает сосед, дядя Федор, алкоголик. Он приходит домой и ключ не может сунуть с первого раза. Вот у меня такая ассоциация. А они откуда вылезают вообще? Трубы. Я сейчас не про физиологию, а про... С трубы, да? Да, железо. Здравствуйте. Техническая пауза, стоп. То есть техническая пауза, когда со мной сфотографироваться люди хотят? Вы что, издеваетесь? Давайте еще раз, я как будто бы иду, да? А вы меня вдруг узнаете. Давайте вот так, я иду такой. Так, куда бы пойти? Здравствуйте, подойдите. Сфотографироваться можно с вами? Да, вы что, меня узнали? Да, мы вас узнали. Вы подыгрываете? Нет, давайте еще раз. Ну, так же нельзя. Вы же должны были сказать, Иван, вы же наш любимый телеведущий. Вот так. Так, куда бы пойти? Иван. Да. Здравствуйте. Вы наш любимый телеведущий. Вот, телеканал Москва-24. Да, каждое утро с утра смотрим. Ну, все, просыпаемся с хорошим настроением благодаря только вам. Вот теперь как надо все сказали. Спасибо большое, что даете вам каждое утро позитивное настроение.
Вам спасибо, что смотрите. Теперь смотрите в Ютубе нас. Базаниш называется. И вы тоже смотрите. Спасибо, Иван. Ну что ж, можно сказать, что робот Федор – это один из самых успешных проектов Роскосмоса и наверняка получит престижную премию. В области пиара, разумеется. Да что там наверняка? Получит железно. Следующая новость. В Екатеринбурге в рамках фестиваля «Стенография» художник Покрас Лампас нарисовал огромный какой-то там крест. Супрематический, вот. Ну и православные активисты, конечно же, выступили против этого, после чего отправились в мэрию Екатеринбурга с требованием сделать город полностью круглым, чтобы в нем не осталось ни одного перекрестка. Ну а прямо сейчас мы стали свидетелями нового творения Покраса Лампаса. Вот сейчас трудятся строители над тем, чтобы сделать новую картину. Называется «Четыре оранжевых квадрата». В чем символизм, расскажите? Это связано? Символизма никакого нет. Лишь бы было видно, что это... Это искусство. Это ограждение. Вы себя не чувствуете творцом при этом? Нет. Ну ладно, ну не скромничай. Как вас зовут? Александр. Александр, фамилия? Да неважно. Александр, да неважно. На картинах которого будут учиться потом юные художники. Ну что, расскажите, что вы вкладывали сюда? Вот, жидкий пластик. Жидкий пластик? Да. Новый такой, новая такая форма. Так называется произведение? Александр, да неважно, конечно, невероятно обесценивает свою работу, которая, конечно же, войдет в аналы ВДНХ и всего всей России. Мы-то, может быть, и стебемся. А у прокуратуры с православными активистами будут вопросики. Здравствуйте. Знаете, если честно, еле нашел вас в этом цветнике. Так вы похожи на эти прекрасные розы. Ой, спасибо. Как вам кажется, искусство вот это или не искусство? Вот такой красивый фонтан. Для меня это очень красиво. У нас в городе нет такого. А вы откуда? Из Твери. И что, в целой Твери нету таких? Такого фонтана нет. Даже среди шкур центровых? Девочка Пай, рядом жиган и хулиган. Как вы считаете, да, это вот оскорбительно или не очень? Ну, крест не должен оскорблять православных. Это, я считаю, их бренд, символ. Бренд. Вот что? Сказать. Как вас зовут? Вера Юрьевна. Вера Юрьевна, у вас вот что ни слово, то золото просто. Я сама золото. Вы что, никогда ни на кого не обижались? На людей бессмысленно обижаться. Зачем? А каждый человек вольный там поступать, как он считает нужным. Я ничего не понимаю. Это у вас тут секта какая-то, что ли? Чего все такие добрые-то? А потому что здесь наконец-то все красиво и не напоминает 90-е. А что было здесь в 90-х? Я просто не был тут в 90-х. Ну, здесь была жесть, если мягко говоря. Убивали людей? Да нет, просто было все некрасиво. А знаете, почему здесь стало теперь красиво? Ну, наверное... Потому что вы пришли. А, спасибо. Очень милые диалоги выходят. Вот просто рука не поднимается никого обосрать. Филипп Киркоров снова в центре скандала. В Сочи во время репетиции фестиваля «Новая волна» он поругался с организаторами. Все мы помним, как Филиппу не понравилась когда-то кофточка ростовской журналистки. Взяла и ушла отсюда. Спустя несколько лет Филипп избил режиссера концерта «Золотой граммофон», после чего оказался в психиатрической клинике. Я не такой. И вот теперь у Филиппа новая волна. Новая волна экспрессии, матершины и «Пошли все в жопу, я король». Давайте узнаем у москвичей, что они думают по поводу поведения взорвавшейся звезды. Не пора ли дать ему отворот-поворот? Или, как говорят у нас в Новосусальске, по сусалам. Прямо сейчас мы выясним, как... Сейчас мы выясним, как люди относятся... Нет, не так, сейчас. Прямо сейчас мы узнаем, как люди... Что они... Блин, ну как там... Блин, ну сколько можно уже? Мы уже здесь полчаса стоим с тобой. Чё ты там пи***ешь, а? Ну домой уже. Хоть. Да пошел ты, а? Ну что такое, давай закончим. Давай, слушай, заткнись, а, блядь. Ты кто, тут, а, вообще? Ходит, командует. Пока я вот не скажу, как надо, пока я не расскажу, будем стоять и снимать. Ясно все? Не, понятно, я спрашиваю или нет? Олег, все. В общем, чтобы узнать, как люди относятся к зажравшимся, к офигевшим звездам, которые позволяют себе ругаться матом и унижать своих сотрудников, мы отправились сюда, на ВДНХ, и поговорим
с людьми прямо сейчас. Здравствуйте. Стойте, я говорю. Пожалуйста, не надо. Здравствуйте. Это ваш, ваш человек? Да, моя. Вы как-то, ну, и объясните, что мужчины всю жизнь за ней бегать не будут. Это молодость пока. А потом что? Нравится вам Филипп Киркоров? Филиппа люблю, обожаю его. Он как артист, он замечательный. Слышали, он опять оскандалился. Опять, ну, обматерил там всех, вот сказал, я звезда, и вот это вот все. Сволочи. Скажите, да? С вами он так же поступил? Да вы о чем? Эх, от меня не скроете. Плакать пошла. Имеет на это право что-то? Вы спите, подожди, у вас можно посмотреть? Вы там вообще живы, нет? Да. А, так, жива, жива, проснулась. Иди ты. Куда? В жопу. Вот капец, да, вот они еще на звезд жалуются, а просто берут и незнакомого человека в жопу посылают. Нормально вообще? Серьезно, вы какую подставу сейчас разыграли? Вы меня попросили вас послать куда-нибудь грубо, и теперь вот так вот делаете. Я ни о чем не просил, мы вырежем этот момент. Негодяи. Вы понимали, да, что у вас нет шансов пройти мимо камеры? Вот у вас академ. Что снимаем? Фильм «Самые неприметные люди Москвы». Ну, это ко мне, да. Всем привет. В нашей консервативной такой стране не бывает такого, чтобы там подходит и говорит, что пи***, что ли? Ну, я очень далек от твоего мира сознания, я на тебя не похож. Меня это радует, благодарю тебя за комплимент. Давай, красавец. Любите Киркорова? Нормально. Я что-то не понимаю. Еще пока ни одна женщина, вы уже, наверное, десятые, у кого мы спрашиваем. Отлично. Никто не сказал, что... А как он собирает стадион, это вообще не понимаю. Так и собирает, всем любопытно на него посмотреть. Не, про вас лично сейчас говорю. Ой, я вот не могу вот эту девушку пропустить, потому что это первая жена Киркорова еще до Пугачевой, да? Да. Анжелика Жемчужная? Да. Как ваша судьба сложилась? Отлично. Все так, как я хотела, все так и получилось. В Москве я 6-й месяц. Так, а до этого где были? В Сибири. Кроме безвестности, я имею в виду. На крупнейшем заводе. На крупнейшем заводе по изготовлению красивых женщин вы имеете в виду? Да, да. Кто у них там, авария какая-то, нет? Нет, все хорошо там. Ну, тогда передавайте привет директору завода Сергею Михайловичу Жукову и жене его Ефросине. Передаю привет. Кому? Директору. Чего? Ну что вы, забыли. Солнце. Извините. Вы так ко мне уже? Хорошо, мне нравится. Недолгое знакомство, но очень теплое. Я мысленно выстилаю дорогу вам лепестками роз. Плывите на встречу своей мечте. Ну, такие новости были на этой неделе. Впрочем, есть еще одна. Наверняка вы видели, что уральские авиалинии выпустили ограниченную серию футболок с изображением своего Airbus, севшего на кукурузное поле. Я купил одну из них и хотел подарить вам, но мне не присылают мой заказ и вообще не отвечают на мои письма. Предлагаю эту майку забрать тому, кто напишет самый интересный комментарий, почему уральские авиалинии мне не отвечают. Они интроверты или что с ними вообще происходит? Или можете просто написать мне в комментариях, какой я классный. Такие комментарии тоже участвуют в конкурсе. Это был Базаниш. Оставайтесь с нами. Следите за новостями.